Литературный скандал в Уральске. Ученикам начальных классов читали сказки про однополую любовь. Так пишет портал «Мой город» со ссылкой на недовольных родителей. Они утверждают, что учительница ознакомила школьников со всем не детским творчеством, а в качестве домашней работы задала пересказать смысл книги. Кто же является автором взрослой литературы и, собственно, о чем она, расскажет Айгуль Жамалова. Айгуль, тебе слово. Спасибо, коллега. Мать 9-летнего ученика Мария, прочитав сказку, пришла в ужас, пишет «Мой город». По данным издания, автор книги не Кассианелла Петрова. Ее литература распространяется с пометкой 18+. К примеру, сказка о книголюбе повествует о юноше, который влюбляется в принца, увидев его в женском платье. Пара женится и живет долго и счастливо, пересказывают родители. Другая история под названием «Сказка про принцессу, принца и рыцаря» имеет схожий сюжет. Принц приезжает свататься к принцессе, но встречает во дворце рыцаря и влюбляется в него. Рыцарь отвечает взаимностью, они бросают принцессу и уезжают в далекие края. Айгуль, а как вообще такая литература могла попасть в библиотеку школы? Но этот вопрос интересовал и журналистов. Они обратились к директору школы, который рассказал, что сказки были рекомендованы городским отделом образования. Между тем, Сианелла Петрова известна как автор литературы эротического содержания. Надеюсь, правоохранители не оставят этот вопрос без внимания, а ты, я уверен, будешь держать нас в курсе. Непременно, Камиль. А в Алматы предположительно нетрезвый мужчина на своем авто протаранил 5 припаркованных вдоль дороги машин, после чего уснул за рулем, сообщает лента КИЗ. Сам водитель в интервью рассказал, что не помнит, как совершил ДТП. Якобы они с другом мирно распивали спиртные напитки во дворе, а потом он решил поспать в своем авто. К счастью, никто из людей не пострадал. А родители отпрысков, которые дни напролет сидят в Ютубе, могут расслабиться. Видеохостинг разрабатывает детскую версию для малышей, пишет издание The Information. Цель проекта – создать сайт, где родители смогут контролировать то, что смотрит их ребенок. По замыслу, в новой версии Ютуб ролики со взрослым содержанием и комментариями с ненормативной лексикой будут фильтроваться. Очень хорошая новость. Спасибо, Игорь. До свидания.